Василию Синичкину вынесли окончательный приговор. Напомню, бывшего главу администрации Саратовского района обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Синичкин вымогал деньги у одного из бизнесменов. Дело экс-чиновника рассматривали в Кировском суде. И первоначально было принято решение об амнистии на основании представленного им удостоверения о том, что он являлся участником боевых действий в Чечне. Правда, оказалось, что документы липовые и судебное разбирательство возобновилось. В этот раз избежать наказания бывшему главе не удалось. Кировским районным судом города Саратова Синичкин Василий Павлович был признан виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также сроком на 2 года занимать определенную должность. Фактически из этого срока бывший глава района проведет в колонии 1,5 года. 6 месяцев, проведенных в следственном изоляторе, будут зачтены в общий срок.